прозрачный. Какие миленькие единорожки. Круто, да? Всем привет, Анкнельза Семинг. Я выиграла в двух конкурсах. Вау, смотрите-ка. А вот эти два подарочка. Ну что, ребят, будем открывать. Но сначала хочу сказать, что на этих двух каналах проходит очень классный конкурс. Успей поучаствовать. У Маши я, по-моему, уже выигрываю третий или четвертый раз. Если вы любите необычные слаймы, то вам надо с ней обязательно подружиться. Ой, какая классная. А где у него ушко? Ну ничего, главное это лизун. Забавная мордашка. Ну что, открываем? Ух ты, смотрите. Он с блестками. Смотрите, это зеркальный слайм. Такой прозрачный и пахнет вкусно. Также мякоть прикольно и растягивается классно. Очень необычный цвет. Ребят, теперь у меня очень гламурный браслетик. Ну а теперь приветики. Алиса, Алиса, привет. Видеообзоры for kids, привет. Черныха и Белух ТВ, привет. Мэри Супер Ченнел, привет. Юлия Рязанова, привет. Лели Эльси, привет. Я вас очень люблю. Спасибо, что смотрите меня. Этот подарок пришел канал Галчонка DIY. Ребят, я у них уже выигрываю второй раз. На этом канале можно научиться делать невероятные сюрпризики, чтобы всех-всех удивить. Не терпится, что же там? Как хочется достать. Наконец-то достала. Ух ты, смотрите, какая милая коробочка. Ого, какая радужная. А я знаю, знаешь, что там? Юникорн. Ребята, смотрите, сколько тут всего. Какая красота. Это 3D-открытка. С единорожкой. Как же круто, какая девочка забавная. Ну что же там еще? Ух ты, посмотрите-ка, тут домик. Ой, какой хорошенький. Там что-то есть. Посмотрим, что там. Смотрите-ка. Это бабочка на зеркала. А это какой-то очень красивый кулончик. Какая прелесть. Надо срочно их приклеить. Ну что, ребят, смотрите. Круто, да? Ух ты, ребят, смотрите, какая блестящая. Какой хорошенький. Так красиво. Очень крутая котейка. Смотрите-ка, тут есть чайничек. А внутри два пакетика чая. Вот я попью чайку. Такой красивый, с бабочками. Прям как настоящий. Интересно, а что же здесь? Ух ты, какой классный котенок. А знаете письмо? Мои поздравления, Настенька. Яркой тебе осени, успехов в учебе и верных друзей. А приветик маме и сестренке я передала. Друзья, спасибо большое за такие клевые и невероятно красивые подарки. Мне все очень понравилось. Спасибо за дружбу, друзья. А кулончик, надеюсь, принесет мне удачу. Ну, если вам понравились мои подарки, то подписывайтесь на мой микс, ставьте пальчик вверх и всем пока!